В Рыбновском районе объявлен карантин по сальмонеллезу крупного рогатого скота. Такое постановление вынесла региональная ветеринарная инспекция. Угрожаемой зоной объявлено село Житово из-за местного сельхозпредприятия. В течение месяца в хозяйстве запрещено перемещение скота. Животных смотрят ветеринары, которые отделят больных коров от здорового стада. С территории сельхозпредприятия скот вывозить нельзя. Кроме того, действует запрет на вынос оборудования и инвентаря. Мясо вынужденно убитых животных будут направлять на бактериологическое исследование.